Месяц назад мы обнаружили, что за место стоянки кто-то еще и начали копать. И, естественно, мы забили тревогу, потому что это опасно, особенно когда узнав, что здесь будет 18-этажный дом, хотя там, говорят, будет 16-этажный и два подземных гаража. То есть во время стройки, когда будет экран, во-первых, это опасность на том, что не только будут, когда поднимать, даже кирпичи могут полететь в нашу сторону, и цемент, и плюс здесь у нас Волга рядом, ветра очень сильные, то есть кран такой высокий, но есть все равно опасность, что он может упасть. Мы уже заранее оградили вот всю площадку, видите, у нас три беседки, то есть дети трех групп уже на этой территории не гуляют. Это очень как бы дискомфортно, и детям приходится идти уже на другие участки. Ребенок у меня ходит вот в этот вот детский сад. Окна у него выходят в спальни именно на эту строительную площадку. То есть при проветривании помещения и при, когда ребята ложатся спать, здесь постоянный шум, пыль летит отсюда. Но это еще только началось. Но я понимаю, если когда он будет расти, тут будет еще сложнее все происходить. Ну, я не знаю, с этим надо что-то делать. Застройщиком данного объекта капитального строительства является Самарский монолит. Да, разрешение на строительство выдано в ноябре 2014 года. На первый взгляд, да, есть нарушения, но их можно выявить только при проверке. Мы надеемся, что жалобы жителей услышат и в министерстве, и правоохранительных органов, и запретят это строительство.